Уважаемые коллеги, я не буду лукавить и не буду говорить, что сегодняшнее мероприятие – это случайность. Конечно, мы сделали это сознательно. Ну здравствуй, моя Россия, ты единая сила. Для всех деликатес и, как всегда, красиво. За кулисы сатиры все тайны ты скрыла. Глубокая лира висит в кремлевских сортирах. Кто сидит на верхушках, тому набита кормушка. Власть, игрушка и фото на память с альбушкой. Деревянные рубли не спрячешь под подушкой. Ебанет, завтра кризис, убежит твоя подружка. Государственные шлюхи набивают карманы. За что они, понятно, воевали ветераны? Сынок умирает от передоза с бледями. Бабушка просит на хлеб, цены взлетели рублями. Каждый сам по себе, кто протянет тут руку. Волком смотрим в глаза, пожирая друг друга. Ценность справедливости давно уже не в моде. Двери могут закрыть свои на пороге. Да, мы живем тут, 90-х поколения. Наблюдая деградацию, имеем свое мнение. Беспредел на дорогах, за спиной трение. Срок годности истек, хороним население. Моя Москва, моя столица. Среди теней гнева я встречаю лица. Великая держава, земля прадедов, отцов. Это наш кров и нет места тут для псов. Моя Москва, моя столица. Среди теней гнева я встречаю лица. Великая держава, земля прадедов, отцов. Это наш кров и нет места тут для псов. Моя Москва, моя столица. Среди теней гнева я встречаю лица. Великая держава, земля прадедов, отцов. Это наш кров и нет места тут для псов. Моя Москва, моя столица. Среди теней гнева я встречаю лица. Великая держава, земля прадедов, отцов. Это наш кров и нет места тут для псов. Это прежде всего